Наверное, в том году у нас немножко была проблема, сложновато было решиться, какой день сделать. Это потому что попал такой день, Швияк Шаме. Мы хотели сделать четверг вечером. Потом нам сказали, что три дня раньше будет неправильно. Ну, слава Богу. Я пользуясь случаем хочу извиниться, что так немножко у нас не согласовано стало с нашим дорогим Давидом и с его семьей, в смысле братьями. Ну, слава Богу. Рахмат Хромуниме. Моя мама родилась в 17 году в поселке Праншамбе. Значит, их было 4 сестры, как дядя Алекс сказал, два братья. Из них двое погибли на фронте. Это Уриэль и Гавриэль. Один сын, Уриэль, Гавриэль. Не-не-не, твой. Гавриэль, твой именно пришел, живет в Коканде. Вот сегодня 36 лет, как наша мама ушла в иной мир. Я помню, конечно, помню этот день. Это был очень тяжелый день. В 82-м году. Очень такой день, что мы долго не могли все прийти. Для нас это было, ну, вообще не высказали словами. Мы никогда не думали, что наша мама покинет этот мир, и мы перестанем говорить слово «мама». Но так случилось. Я помню, когда мама ушла с этой жизни, это была пятница вечером, она долго не могла, не знаю почему, это покинуть, тяжело было ей выйти, покинуть этот мир. Она ждала, я вот как помню, когда пока не приехали Нари, Илюша, Ташкента, так, Рахмат Куна Амакта, Илюша Исти, Худомая. Вот они приехали, я помню, и мама, слушая этот голос, отвернулась и ушла с этой жизни. Тяжело было пережить, очень было тяжело. Конечно, мы не готовы были к этому. Мы не готовы были, что жизнь так построена, что родители умирают. Но когда все это случилось, я никогда это не забуду, может, я повторяюсь, я не знаю. Я помню Рахмат Куна Срехапима, Рахмат Куна Бошан Бурхапим, Рахмат Куна Ханштутима. Они нас успокаивали, говорили, хам вот это он дошли чьи. Вам это дошли, моем он дошли, говорю, амин да. Понимаете, а мы никак не могли смириться с тем, что как это так моя мама умерла. Я помню Бурхапим, это Ханштутим. Он был такой хайгов, я вижу, что вы очень мучаетесь, не можете отойти от этого. Шмогу Салихон Гравитон, а мне Хокер Грехам Тумор это было там, да? Ну, а я потом понимал, начал понимать, что это просто было так вот сказано, чтобы я все подумал, а вот чин. А нам кого Богу да? А нам кого Богу да? Бошан, Сол Бошан, Салова Бошан, Абдинов Дас Бошан, Рахматкуна. Рахматкуна Мазалапим. Рахматкуна Мазалапим. Своей маме очень была близко. Очень была близко. Рахмат Куна Апиме, насколько моя сестра, это моя как родная сестра, не как родная сестра, но она тоже была ближе к моей маме. Очень много она вспоминала мой такой тяжелый момент был, когда нас покинула мама. Рядом со мной с нами была Мазал Апим, я должен обязательно сказать. Мы ей тоже много обязаны. Рахмат Куна Мазал Апиме. Амхэ Шудар Ким,
Що Бадичан сол, якщо моя мама вмерла в 81-му году, 95-м, через 14 лет так получилось, что пуш-пуш сол Юшфошан Балта. У моей мамы, если 22-й Тамуз, у Мазалапин 21-й Тамуз. Рахмат Кры. Без крыпанша мегевер. Я порой